Привет, это Иван Украина, и мы находимся в Киеве, в самом центре города. Прямо за моей спиной сейчас происходят съемки нового клипа на совместную песню группы Boombox и команды Баста. О том, как все будет происходить, каков сюжет клипа и что мы увидим в итоге, мы узнаем непосредственно от режиссера клипа Владимира Якименко и поговорим с солистом группы Boombox Андреем Хлывнюком. Мы сегодня здесь снимаем часть видео на песню Boombox и Баста, да, «Солнце не видно». Автор песни Вася Баста, а это я такой себе special guest star, если можно назвать. Тандем родился очень просто, мы какие-то взгляды на то, как делать музыку, да, как вообще, что такое инди-группы, что такое независимые артисты, да, со своим мнением. А у нас похожие, и поэтому после знакомства на одной из премий мы как-то сошлись и решили, почему бы и не сделать совместную песню. Идея очень простая, это социальная песня, но вряд ли она будет, не знаю, там, как это говорят, шлягером, хитом, да, но она не для телевидения, не для каких-то суперротаций, эта песня чисто для себя. Здесь не будет каких-то красок, прямо сильно уж чересчур, не будет каких-то там слишком уж красивых людей, да, специально приукрашенных. Все будет по-настоящему. Это уже, по-моему, пятый клип, который мы снимаем с Володей Якименко и Пистолет Филмс, и снимем еще как минимум один в ближайшее время. Мы недавно сняли видео на песню «Холода нет», сейчас снимаем на «Солнце не видно», странные названия. Вместе они все смешно звучат. Вот, и отснимем обязательно на трибьют Талькова видео «Летний дождь», но это будет немножко попозже. Немало людей сгинуло по приговору суда. Этой весной выходит пластинка, которая будет называться «Ой, все включено». Это презентация нового звука группы, да, расширенного состава. А мне очень с ребятами комфортно работать. Почему? Потому что настоящая группа, настоящие песни, которые не покупные, а от себя авторская музыка, которая от сердца. И она также сама проецируется на площадку. Сама песня, она космополитична, она не относится конкретно к территории Украины или России. Соответственно, здесь, вы знаете, проще его будет показать. Почему? Здесь будет показан город со всеми нашими проекциями, с горланием правильных вещей, со всех утюгов. Это все будет в этом клипе. Это будет показано с помощью и реальных съемок, и нереальных съемок. Поэтому как конкретно будет развиваться по клипу действия, сложно сказать. Это нужно посмотреть. Но это будет социальная, правильная музыка. И время шепчет алкилью, но мы мутим то, что помогает жить нам. Здесь даже солнце не видно, и сюжеты далеки от позитивных цветных фильмов. Мне, слава богу, за то, что я делаю, не стыдно, я на улице чувствую себя комфортно. Твои пожелания зрителям канала A1? Эй, зрители, берегите себя, оставайтесь хорошими. Выбор невелик, молчать или быть убитым. Попытки что-то изменить немало людей сгинуло по приговору суда, либо через киллера. Вова лучший в мире режиссер, я лучший в мире продюсер, вы лучший в мире канал, все будет хорошо.